Всем привет, друзья! С вами я, Тимофей, и сегодня я буду выкладывать свое новое видео. Как я говорил, у меня же будут животные. Вот у меня животные, рыбы. Пожалуйста, познакомьтесь. Вот, вот такие вот у меня рыбки. Вот такой вот у меня аквариум. Извините, что он тут плавает. Это кустик отсоединился. Вот тут вот мы видим такой сомик. Ну, давай мы сначала начнем обзор там самого аквариума. Сам аквариум. Вот тут вот же этот же ящики, там всякие прибамбас, вот это все для аквариумов. Вот, корм там для рыб и так далее. Стекло также, как всем известно. Ну, тут вот такой вот домик, там прячется маленькая рыбка. Если вам видно, то я смогу вам передать. Или ее там нету, или она там есть, я ее не знаю, там очень темно, так что я ее не вижу. Также такой грунт беленький. Вот, также такие вот водоросли, да. Также плавающие водоросли. Тут, по-моему, 200 литров в аквариуме. Такая вот коряга. А, вот эта вот рыбка, о которой я вам говорил. Вот она сидит. Красивенькая, да? Правая у нее с ртом что-то не в порядке, она какая-то криворотая. Вот. Также вот там вот мы видим, как сидит сом. Да, сом, аквариумный сом. Правда, он выходит по ночам, его редко видно утром. Ну, я не успел заснять, как он зашел. Ну, он просто очень редко вылазит, так что просто нам не повезло, как он выплыл. Ну и переходим к самим рыбам. Вот, кстати, я забыл про аквариум. Ой, какой не аквариум, извините меня, ребята, а фильтр. Да, вот такой вот фильтр. Рыбы все поперекрывали. Вон там. Все вам видно. Ой. Ну, они, короче, все закрыли. Ну, фильтр вы видите. Вот сама рыба. Ее зовут Молли. Ну, это мама моя так придумала. И имя эту никак не зовут. Вот такие вот у меня рыбы. Цихлиды. Малавийские цихлиды. Окрас у них классненький, красивенький. Ну, сами они такие неплохие. Вот, это желтенькая, это какая-то серенькая, желтенькая, черненькая, беленькая, все смешанное как бы. Вот, тут не такие большие, там, ну, больше ладони, там, такая рыба хорошая. У меня всего в доме 3 аквариума. Это один аквариум, следующий аквариум я вам покажу, может быть, в следующей серии. Если видео наберет 5 лайков, то я выпущу про аквариум еще одно видео. Только как кормить рыб. Там этот аквариум, или в прошлый я уже покажу, или как кормить рыб, это всем понятно. Ну, если что, я вам, короче, всем покажу. Вот, вот такие вот у нас сегодня были рыбки. Вот, если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ребята, пожалуйста, ставьте лайки. У меня очень мало их. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Так что всем пока.